Муниципальный фестиваль детсадовских команд состоялся в Белоглинском доме культуры. Главная тема творческих выступлений – патриотическая композиция, посвященная песням военных лет. Почетные гости – заместитель главы по социальным вопросам Светлана Парахина, начальник управления культуры Диана Бычкова и начальник управления образования Татьяна Сорокина. Судейская группа в составе работники образования, культуры, профсоюзов оценила творческий потенциал юных артистов. В фестивале приняли участие команды из 9 детских садов. Дети исполнили много прекрасных патриотических песен. Организаторы сделали все возможное, чтобы выступление команд было особенным и незабываемым. Сшили специальные костюмы для детей и приготовили декорации, которые отражали тематику песен. Представления малышей получились очень красивыми и трогательными. Глядя на них, у многих зрителей выступили слезы гордости за молодое поколение. Зрительский зал гудел от восторженных аплодисментов. Я ангела летал, и видел дым сражений. Никто не виноват, что все хотели жить. Там дед мой погибал. С благодарственным словом к педагогам обратилась заместитель главы района Светлана Парахина. Я хочу поблагодарить наших педагогов за то, что вы вносите вклад в воспитание наших ребят, за то, что вы прилагаете много усилий для того, чтобы их выступление на сегодняшнем мероприятии и, в принципе, на всех патриотических мероприятиях было ярким и запоминающимся. Приглашается детсадовская команда детского сада номер 4, лауреат муниципального фестиваля «Песни военных лет». Завершился фестиваль награждением грамотами лауреатов конкурса. Детям вручили призы и подарки. На сцену приглашается команда детского сада номер 10, лауреат муниципального фестиваля «Песни военных лет».